Hello, children, и с вами Ава Тендерли или Лина Стайл, называйте как хотите. Думаю, мне стоит придумать новое приветствие. Не хочу отнимать у вас много времени на просмотр данного видеоролика, поэтому сразу же начинаем, даже не буду советовать подписаться. На Новый год мне мама подарила набор для ухода за собой. Прошло уже очень много времени, и мои руки наконец-то дошли до этого видео. Новая распаковка на моем канале. Я решила, что уделю данному видео аж 2 или 3 ролика. Сейчас мы это все с вами распакуем, а в следующем видео, которое я выложу через неделю, мы будем это все тестировать. Итак, первая коробка, я уже знаю, что тут находится. Да ладно! Это набор тканевых масок для лица. Их нужно использовать как мини-челлендж под названием «Зеленая диета на 7 дней недели». Каждый день новая маска с разными запахами и вкусами, хотя не думал, что их можно пробовать на вкус. Данные маски не содержат ничего лишнего, только вода, глицерин и всякое такое. Я приметила один небольшой минус данных масок. Открыть эту коробку стоило мне больших сил, но я думаю, что это не очень важно, и с одной стороны это даже очень хорошо. Следующая коробочка — это чудо-подарки для волос. Честно, я пока что не знаю ее содержание. Сзади написаны пошаговые способы применения, но я не стала их смотреть, чтобы не спойлерить самой себе. В этом наборе лежал шампунь, бальзам и спрей. Несмотря на то, что инструкция написана, я так и не поняла, как использовать спрей. Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто знает его использовать на сухие волосы или на сырые, как только помоем. А так-то, в принципе, коробка очень легко закрывается и открывается. Сзади написана пошаговая инструкция, минусов никаких нет. Честно, мне очень понравилась сегодняшняя распаковочка, особенно набор для ухода за волосами. Я очень благодарна своей маме за такой подарок, ну и ждите на следующей неделе видео о том, как я буду тестировать маски для лица, а также шампуни для волос. У меня, короче, нету никакой концовки видео, никакого интро, поэтому, ну, я вам скажу просто на черном фоне всем пока.